Дети. Вот они какие были. И вот какие стали. Глядят, спрашивают, будто, к чему это все? Да-да, и то к чему. Когда-то написал я про мужика Пахома, который знал, к чему это все. Жил, чтобы слаще есть, мягче спать, иметь всего много, и денег, и земли, и про веселых, мудрых башкирцев, которые сказали ему: бери, клади 1000 рублей в шапку и бери. Что задний от восхода до заката бежишь, пометишь, все твое. Вот. И стали ждать. Интересно им было, много ли этому человеку земли нужно. Не первый раз так они ждали, и всегда одно и то же выходило. Так и теперь. Залкал человек. 3 аршина, чтобы закопать. Вот сколько ему земли понадобилось. Хоть бы тогда, в самарских степях, сколько земли за бесценок скупил. Какая жадность. Зачем? Для кого? Жена говорила: для детей. Это чтобы им слаще есть, а дольше спать. А надо-то всего 3 аршины. Как ни верти. Надо земли всего те же 3 аршина. Да. Чехов сказал, это трупу 3 аршина, а человеку нужен весь мир. Экая высокомерная фраза. А вот не посчитался она с ним. Это 44-то годика. То молодость нам говорила, талант жизни. Бывало и меня так. Бывало. Шумела молодость. Шумела. Да, отшумела. Любил я ее. Да ведь и теперь не переступишь. А сколько встало между нами за эти годы. Господи, что я ему сделала? 13 детей ему родила, 9 взрастила. Все хочу как лучше, а получается все хуже и хуже. Каждый день все дальше, дальше. Разве что дети. Дети, как хотелось оторвать их от суеверий, поднять к свету, к разуму. Задумал школу. Школа? Какая школа? Кто повелел? Почему учителя студенты? Это чтобы прокламации сочинять, обыскать. Не было у меня в то время в России, не было в Ясной, а жаль. Все пошло бы иначе. Ведь все пруды 3жды бреднем прошли. Искали, видите ли, печатный станок. Нет здесь ничего, кроме коряк. Ну, ладно разговаривать. Придется поднимать пол в конюшне. Вот тут-то мне бы и выйти. Чем обязан? Что здесь происходит? Успокойтесь, граф, я имею предписание. А я имею право защищаться от разбойников и мерзавцев. Не делайте этого, граф.
запомнить ваше сиятельство. А перед Богом ответьте, перед государем. Молчать! А потом бы петля или каторга. Ну и пусть. Тогда бы все стало на свое место. И было бы лучше, чем сейчас. Когда говорю одно, а делаю другое. Народ бы понял. Ну ладно. Надо спать. Так где же правда? Христос говорил, не протився злу. А когда зло в тебе самом, тогда как? Ах, надо заснуть. О, как страшно. Какой сон. Левочка. Левочка. Слава Богу. Спаси и помилуй, Царица Небесная Матушка. Где-то рубят лес. Доброе утро, Лев Николаевич. Доброе утро, Лев Васильевич. Ну-ка. Ну, не надо, не надо, я сам. Ой. Зашиблись, поди? Да нет, зашибиться не зашибся. А старый стал. Дедушка! О, вот тот. Дедушка, доброе утро! Доброе утро. Доброе утро, доброе папа. Утро. Иди. Ну, Татьяна, Татьяна, как изволили почивать? Доброе утро, папа. Доброе утро. Пока вы тут собираетесь, я, пожалуй, пойду. Да пройдусь маленько. Пойду. Здравствуйте, ваше сиятельство. Здравствуйте. Здравствуйте, 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 батюшка. Здравствуйте. Вчера был, сегодня опять пришел. Пришел. Я так дам, а больше ты не дам, потому что все равно пропьешь. Так ведь за ваше здоровье, ваше сиятельство. Благодарствую. А вы откуда? А, из Арсеньева, батюшка. Это ваш? Мои. Спасибо. Эх, вот возьми. Спасибо. Спасибо. Спаси, Христос. Здоровья вам, ваше сиятельство. Вы откуда? Село Богдановка. Ну, бывало, знаю. Нище живет. Не приведи Бог. Спаси, Христос. Не вставайте, не вставайте. Сидите. Откуда сами-то? Из Адоева, погодельца моя. Возьмите-ка. Благодарствую. Орелка, шли. Вот возьмите его. Доброго здоровья, батюшка, благодетель ты мой. Кавалер. Кавалер, ваше сиятельство. С турками воевал, с басурманами. Без ноги, без руки остался. Помогите, ваше сиятельство. Надо вам помогать. Надо. Благодарю, ваше сиятельство. А вы откуда? Можно с вами поговорить? Можно. Можно, можно. Ну, что случилось? Я вот в Бога перестал верить.
Ого. Дедушка, я тебя ждала. А, это хорошо, что ты меня ждала. Вот. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Варвара Григорьевна. Доброе утро. Как спали? Прекрасно, Лев Николаевич. Хорошо. Кушай, пожалуйста. А тяжело жить на свете. Чего ж тебе так тяжело? Тебя все любят. А что же мне, может быть, не тяжело-то? Вот то, что кушанье хорошее, что ли? Нет, я просто говорю, что тебя все любят. А сам поди думает. Вот проклятый старикашка. Говорит одно, а делает-то и другое. Пора тебе сдохнуть. Хватит фарисействовать-то. Полно, полно, Лев Николаевич. Эка куда повел. А что, правда? Я вот таких писем много получаю. И считаю, что пишут мне это друзья. Друзья ли, Лев Николаевич? Я правду говорят, не кривят душой. Мам, я больше не хочу. Все, друзья. А вот посмотрите. Утром выхожу я и всегда вижу 5-7, а то и больше голодных, оборванных, нищих людей. Ну и что? Ну, раздам, что могу. А потом сажусь верхом на лошадь, рядом кучер и катаюсь. Да, там стоял один. Я в окно видела. С таким нехорошим лицом. Хуже твоего? Хуже. У него не то чтобы некрасивое, а именно нехорошее лицо. Какое бывает у человека, который пьет, курит. Не доедает. Дедушка, а ты сколько блинов съел? Вот второй доеда. Третий он еще остался, а больше нет. Не дали. Не заработал. У меня сейчас такая интересная работа над книжками на каждый день. А тут вот это предисловие в статье Буанже о буддизме. Страшно мешает, отвлекает. Ну, не получается. Вот седьмой раз переделал. А уж есть у меня не пошло, уж такой старый хрен, что напишу похожего основу писаря. Значит, все-таки нужна муза? Ну как? Тут надо какое-то, если уж вот так вот поступило, вот уж нельзя, не могу молчать, так сказать, вот где-то как кашель, вот тогда можно писать. Лев Николаевич. Это еще вчера Сергеенко прислал. Тут мысли Лескова. Сергеенко сам записывал. Да, я помню. Давние дела, давние дела. Ну вот. Вот он пишет. Лучше ничего не делать, чем делать ничего. Что же тут такое? И вот. Если бы Христос жил в наше время, да, мы попросили бы у него автограф, и этим все дело и кончилось бы. Лев Николаевич, это твоя мысль. Нет, он, видимо, тебя цитирует. Да нет, тебе кажется. Что... Говорил, говорил. Да-да, папа. Помнится, это твоя мысль. Да? Да. Ой, давно было. А вот еще тут... Из Христа не сделали бы религии, если бы не выдумка воскресения, а главный выдумщик Павел. Что он сказал про Павла? Что он главный выдумщик? Вот это интересно, глубоко. Это серьезно. А вот еще. Левочка, что случилось? Вот, заплакал. У него всегда глаза на мокром месте.
Его и маленького звали Лёва Рёва. Я вся в него в этом отношении. Удивительно. Вот я замечаю, крестьяне стали невежливы со мной. Сегодня три мужика встретились, не поклонились, а я поклонился. А раньше кланялись. А вы знаете, как говорят, когда тот, с кем поздоровались, не снимает шапки? Нет? Нет. Говорят, не снимай, не снимай, а то вши расползутся. Это чтобы отомстить. Ну, я так не сказал. Ну вот, Варвара Григорьевна, Дженса вашего я прочитал. Ну и как? Ну что ж сказать, разбирался с трудом, пользовался словарем. Ну, как видите, все же одолел. Слабо, очень слабо. Поверхностно. И потом это перевод. Ну, перевод-то уж на вашей совести. А вот это вот там еще послесловие. Что-то там, ну, какой язык. Ну, к чему это вот эта экзистенциальность? Ну, правда, ну, к чему так вот уродовать язык-то? Вы знаете, тут иначе нельзя было перевести. Да. Тут просто необходим условный термин. И сублиминальный необходим. Ну, вот я 82 года прошел на свете и не слыхал такого слова. Сублиминальный. Ну, и что может значить такое поганое слово? Подсознательно. Да полно вам, господа. Посмотрите, благодать-то какая. Алло, Маши. Благодать-то оно благодать. А вот что такое пот, я так и не понял. Вот я иду по земле. Ну, вот земля подо мной. А тут что? Ой, прикинулись, напустили туману. И что ни по заковырости, то и получше. Лишь чтобы никто ничего не понял. Вот единственная цель сейчас. Вы уж меня извините, Варвара Григорьевна, рад бы душой. Вот правда дороже. Вот такой. Здравствуйте, дети. Здравствуйте, дети. Ну вот, машина будет говорить моим голосом. Называется фонограф. Я вам уже говорил. Подходите поближе. Ну вот. Спасибо, ребята, что ходите ко мне. Я рад, когда вы хорошо учитесь. Только, пожалуйста, не шалите. А то есть такие, что не слушают, а только сами шалят. Это по тебе, Вика. А то, что я вам говорю, нужно для вас будет. Вы вспомните, когда потом меня уж не будет, что старик говорил вам добро. Прощайте, будет. Все, прощайте, будет сказано. А, ступайте-к. Вы ко мне? Да. Я приехал сказать вам. Откуда приехали? С Урала. Ага. Я хочу передать вам мнение моих товарищей. Видите ли, после такой статьи, какую вы написали, прекрасная статья, вы не можете продолжать прежнюю жизнь. Пора от слов переходить к делу. Так. Ну, что же вы предлагаете? Бросить бомбу? В кого именно? Этого от вас никто не ждет. А-а-а. Надо будет бросить и без вас. Люди найдутся. Ну так что ж, а? Вы должны занять свое место. Да. Знать свое место каждому хорошо. Прошу прощения. Пожалуйста. Плохо сказал. Как думал, так и сказал. Высокомерно. Стал плохо думал.
прекрасный, Сергей Иванович. Благодарю вас. Страшная ошибка полагать, что искусство может быть бессмысленным. Потому что упадок искусства есть первейший признак упадка цивилизации. Когда есть высокие идеалы, так вот, творится во имя их высокое искусство. А нет идеалов, как у нас теперь, так нет и искусства. Есть игра. Да, игра. Игра словами. Игра звуками, игра образами, игра. Вот на днях получил письмо, один кадет пишет. Вот его. Принести? Да нет, не надо. Ну, пишет, как раз в отношении декадетства. Что это? Упадок или прогресс? Я, разумеется, отвечаю, упадок. А почему вы так думаете? Ну, я потому так думаю, что цель-то искусства, ну, возбуждать возвышенные чувства. Высокое искусство родит высокие чувства. А может быть и наоборот. Низменное искусство может породить все, что угодно. Грубое сладострастие, например. Или вот еще есть такая вещь, чувство исключительности собственного кружка. Модное такое чувство. Ну вот как раз у декадентов-то вот возвышенность чувства-то я не вижу. Нет, я отвлекся. А, Александр Борисович, ваш врач. Ну вот, тут уже кто-то открыл лист. Это кто же? Это я. Александр Борисович, для души что-нибудь, дорогой, для души. Thank you.
Лев Николаевич, вот сегодняшней почты пришло. Так это от Гусева. Ну да, Николая Николаевича. Вот. Мало того, что сослали, еще обыскали. Нашли мои статьи. Теперь ему грозит новая кара. А мы тут с вами наслаждаемся музыкой и приятные беседы ведем. Так нельзя. Так нельзя. Беда идет по пятам. Куда ни повернись, не откнешься. Куда ни беги, не отстанет. Много ее, много. А сколько людей, столько беды. А был я счастлив, когда? Был, наверное, когда молодость шумела. Да, пожалуй. И те первые ночи, когда испуганное и страстное лицо на подушке. И так и написал тогда бабушке Александре. Испуганное и страстное лицо. Почему у нас все так? Да, почему у нас все так? А я знаю, потому что ты не любишь меня. Да, наверное, и не любил никогда. Ну что ты, Сон? Ну, любил. Ну как же, любил. Да и сейчас. Что сейчас? Несно. Так был я счастлив, когда. Я был. Таня. Ну что, случилось? Она в детстве-то всех веселила. Так и жениха, прости. Всегда самая веселая была. А уж когда на святки переезжали дикого, тут уж было. Едут, едут. Миклисеич. Едут, хорошо, едут. Мы пойдем встречать. Пошли. Едут, едут. Едут, едут. Милости просим. Прощение ждет. Ну, где же твоя талия?
Как не было, так и нет. Ну, тогда опусти меня на пол. У меня был нарыв на пальце. Мне положили припарку и завязали палец тряпкой. Потом он получился такой толстый, что мы прозвали его Миклексей. Ну, хорошо, мир, мир. Пошли танцевать. Вставала рыба с раком, а ты кружил дракон. А ты будешь шапаком, а девчина с казаком. А дрин-ра-та, дрин-ра-та. И вот тогда я, счастливый человек, вынес из своей комнаты шнурок, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, вынес, чтобы не повеситься на перекладине между шкафами, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтоб не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни. Я сам не знал, чего я хочу. Я боялся жизни, стремился прочь от нее. И все же чего-то еще ждал от нее. Евангелие с поразительной грубостью, но зато с определенностью и ясностью для всех выражена та мысль, что отношение людей к нищете, к страданиям людским, есть корень, основа всего. Кто одел голова, накормил голодного, посетил заключенного, тот меня одел, меня накормил, меня посетил. И кормили, и обували, и одевали. В 91-м голодном году надо было еще доказать право накормить людей. Доказывали и кормили. Тогда вся семья помогала. Все были вместе. Сыновья помогали ладить столы, складывать печи. А дочки с утра готовили. Все время на ногах, Таня, Маша. Надо было накормить много народу. Одни за столами, а другие уж в очереди стоят. Но кормили и радовались, потому что все были вместе, все были со мной. Со мной. И все-таки деревенская нищета, на которую я нагляделся за те голодные годы, менее страшна, чем нищета городская, отягощенная унижением и пороком. Во всем этом я мог убедиться в дни московской переписи, когда замыслил к делу переписи присоединить дело помощи нуждающимся. Помню, когда я в первый раз пошел в так называемую Ржановскую крепость, где мы должны были начать перепись, то еще не дойдя до этого знаменитого на всю Москву ночлежного дома, я мог уже составить свое первое представление о его обитателях. Катюлька, Катюлька, Катюлька! Катюлька! Она голенище украла! Голенище украла! Мать, ну что ты в самом деле? А мать? Видишь, разлеглась. Здравия желаю, ваша сестра. Здравствуйте. А вас там ждут. Я сейчас провожу. Да не скули ты. Сейчас отвезу твою маманьку. Ну и вот куда же. А, найдутся, подберут. Милости просим. Они сейчас в большом доме, что над колодцем. Я провожу. Милости просим. Осторожней, ваше светлость. Во дворе. Осторожней. Какие-то обделенные судьбой люди грелись у костра. Тут скользко. Это, видимо, потому, что холод в жилище выгнал их на улицу. А чего же нас-то переписывать? У нас ведь нету ничего. Вон она, который день лежит не емши. Может, теперь и не встанет. Агафья, Агафья, вон она.
А сама-то она кто же? Она была распутная, а теперь никто не берет. Вот и взять-то и негде. Агафья. Ну чего? Чего надо, Глика? Так вы что же, совсем не ели ничего? Вчера не ела, сегодня не ела. Ну, это кого возьмите. Батюшка, а мне-то ничего не дадите? Да, да, да. Сохрани вас, Господь. Сережа, иди сюда. Сережа, иди к нам. Иди, иди, не бойся. Ишь, залетел. А что тут у вас? А ты заходи, посмотрим. Угостим тебе. Некуда мне. Что же это у тебя за дела такие? Мне жилье искать надо. Зачем? А то хозяина забрали. Квартиру закрыли, опечатали. Ну, так ты оставайся с нами. Да? Еще чего не хватало? Не бойся, не бойся. Не останусь. Сережа, пойдем со мной. Куда? Ну, я скажу, куда. Тогда он испугался, убежал. Может, не поверил, а может, изверился уже. Варя, дай копеечку. Дорогой мой, храни Христа ради. Дайте и мне денежку. Дай Бог тебе здоровья, Бог Христа. Он Агашке рублевку дал. Вот, и мне денежку дал. Сережа, ну что ж ты? Ну пойдем со мной. Не ходи. Не ходи, обманет. Иди, иди, барин добрый, иди. Иди, барин добрый. Иди, иди. Иди, иди. Ах, милый ты мой. А добрый барин привел мальчика Сережу в свой дом, отвел на кухню, чтобы его там накормили и обиходили, и забыл о нем. Отвлекся своими делами. А когда вспомнил и зашел на кухню, чтобы посмотреть, ну как он там, то узнал от кухарки, что мальчик Сережа 3 дня как ушедший и ничего не сказавший. Это меня озадачило. Помнится, оскорбило даже. Ну как же так? Но вдумавшись, я понял, что, может быть, мальчик-то Сережа вовсе не нуждался в этом моем благодеянии. И поняв это, я ужаснулся тому, какое же сложное дело я надумал. Что сделать благое дело вовсе не значит загнать людей под крышу, как загоняют стадо баранов. Я подумал, что тут могут оказаться какие-то новые сложности. Что каждый захочет жить так, как он хочет. А поняв это, я задумался о многом ином. Трудно мне было дойти до этого сознания, но когда я дошел, я ужаснулся тому, в каком же заблуждении я жил. Я стоял по уши в грязи и хотел вытаскивать из этой грязи. В самом деле, что я хочу, думал я. Хочу сделать так, чтобы люди не были холодны и голодны, чтобы люди могли жить так, как это свойственно людям. Я хочу этого и вижу, что вследствие насилия, вымогательств, уловок, в которых я принимаю участие, отбираются у трудящихся необходимые, а не трудящиеся, к которым принадлежу и я, пользуются с излишком трудом других людей. И этим людям я иду помогать. Я иду помогать бедным. Да кто бедный-то? Беднее меня нет никого. Я ни на что не годный паразит. Вошь, пожирающий лист дерева, которому хочу помочь, видите ли, хочу лечить его. Левочка, что случилось?
Да ничего не случилось. Но если наклад на телегу еще, 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 то когда-то лошадь станет, и дальше не повезет. Чего не понимаю? А вот это вот надо понимать. В том-то и дело, что не понимаешь. А надо понимать, что так жить нельзя. Нельзя, нельзя больше. Вот мне кажется, что ты несешь любовь. Ну, там, дети, вот, может, даже мне. А я вижу, что это жесточайший эгоизм. И что любовь эта твоя на погибель. На погибель. И мне, и тебе, и детям, всем на погибель. Не кричи, не кричи, я сейчас уеду. Скажите, приготовить дорожный сундук. Не надо никуда уезжать. А надо разобраться, поговорить надо. Куда вы? Не надо никуда ходить. Тебе не дано понять, что я люблю детей до сумасшествия, до боли. Да не та это любовь, не та любовь, не так. Вот ты бы лучше поняла, что я не могу в этом доме уже быть, совершенно не могу. Я не могу воспитывать детей так, как их надо воспитывать. Каждый день пытка. Я не хочу больше быть хозяином поместья и его домов. Не желаю. Вот, ну, значит, что? Зачем я тебе такой? Я тебе такой не нужен. Только отпусти меня. Отпусти. Нам надо или развестись, или в корне поломать жизнь. Надо раздать имущество. И зажить трудом. Трудом, собственным трудом. Своими руками добывать хлеб. Как все люди живут, как крестьяне живут. Папа прав. Если ты уйдешь, я убью тебя. Я тоже думаю, как папа. Я не могу жить без тебя. И о какой перемене ты говоришь? Я не способна это понять. Я не могу с этим согласиться. Ты хочешь разрушить жизнь во всех отношениях счастливой во имя каких-то химер. Ну, разве не счастливую? Ведь мы же семья. А семья – это труд. Какой это труд? Если ты имеешь в виду мои писания, то я считаю, что это разврат. Торговать своими мыслями ничуть не лучше, чем торговать собственным телом. Труд – это другое. Боже мой, о чем ты говоришь? Разве это не труд? Я переписала тысячи страниц, которые читает весь мир. Болтливую дребедень ты переписывала. Запомнись. Ты раздаешь трудом заработанные деньги направо и налево пьяницам и бездельникам. А ты бы спросила, отец, почему? Мама, почему? Не надо, не надо, умоляю. Тогда я никуда не ушел. И жена никуда не ушла. И жизнь, казалось, потекла прежним порядком. Но все изменилось. Все изменилось. Я стал мучительно думать, как же мне теперь дальше жить? Как отплатить народу, у которого я беру так много и отдаю ему так мало? Вот тогда мы сблизились с Владимиром Григорьевичем Чертковым. Его мучили те же мысли. И вместе мы решили образовать издательство под названием «Посредник». Такое издательство, которое могло бы за самые малые деньги давать народу наиболее талантливые, умные и честные произведения литературы. Вы писали Щедрину? Да, писал. Я думаю, что он может много полезного для посредника. Да, он пишет много. Ну и талантливо. Не все. А кто все? Все не бывает. Во всяком случае, он пишет много интереснее других. Вот он прислал несколько вещей на выбор. Я пытался встать на вашу точку зрения. Mm-hmm. Не получилось. А что ж так? Он жесток и задирист. А разве это наш путь? Да, ну как талантлив. Из всего, что он предлагает, для нас подходит разве что рассказ «Пропала совесть». Да и тут хватает всякого. А что, в жизни не хватает всякого, Владимир Григорьевич? Тут жизнь не мерка. Ну, это нас может далеко завести, пожалуй, а, Владимир Григорьевич? Цель всего издательства – проникнуть в душу простого человека. С этого и начинался посредник. Ну, я помню. А у него в каждой строке яд и злоба. Так и отпугнуть можно. Разумеется, разумеется, вам решать, но, на мой взгляд, мы не должны, Лев Николаевич, мы не должны менять направление. Право
не должны. Поначалу меня сердила эта его категоричность. Да, может быть, я его тоже чем-то сердил. Мы спорили, почти ссорились даже. Но постепенно приладились друг к другу. И так пошло на всю жизнь. С той поры прошло четверть века. А что изменилось? Что изменилось? Изменилось многое. Меня отлучили от церкви. А то, что я утверждаю, что Царствие Божие не в церкви, а в сердце каждого из нас. Мы разделили имение поровну на 9 частей. Я оставил жене права наследования на издание сочинений, написанных до 81 года. Но она считает, я боюсь, что кроме нее еще многие, что я поступил несправедливо, что она и дети имеют право наследовать все. Она хочет издавать все и получать за все деньги. Деньги. Ну как же? 8 человек детей, и каждый хочет жить, как положено графу. Но ведь это ж неправда. Неправда. Они разные, у них много хорошего. Разве Таня, Саша, Сергей думают так? А Маша, а Ванечка, какие утраты. Ну что ж, спасли их ее деньги, что говорить. Она как все. У всех две опоры, икона на деньги. И она твердо знает, что пусть самую пустую мою строку, все же можно обратить в деньги. Ну как же, для нее все ценности имеют свою меру. За прошлый год, когда от Черковых ехали через Москву в Ясно, она была на самой вершине счастья. Ну как же, газеты писали, мол, что было 30 тысяч. Кто их считал? Собрались с утра, знали, что поедем через Москву, хотели проводить. Ну, надо думать, что это был ответ на мою статью о повешенных. Но видит Бог, не для популярности я ее писал. Я не мог ее не написать, поэтому назвал так «Не могу молчать». Не могу молчать. А потом подумал, не дано человеку увидеть себя со стороны. Ай, поди-ка, и я был хорош. Ну что ж, пожалуй, я пойду. Да, да, конечно. Берегите себя, Лев Николаевич. Вы себя берегите, дорогой. Большое вам спасибо. До свидания. Софья Андреевна. До свидания. Как царей провожали. Пожалуй, это не делает нам чести. А? Да, есть у нее и третья опора. Царь-батюшка. Крейсеру сонату отбила. Лично у государя-императора отхлопотало разрешение. Бедная моя, как же ей все-таки трудно. Ей же кажется, что все в этом мире установилось навечно. И богатство, и бедность, родители и дети, и царь-батюшка, который все за всех решит по справедливости. А пришел 20 век, все рушится, все меняется на глазах. Какое столкновение идей, какая схватка страстей. Батюшка-царь не тот, и народ не тот. А мне теперь все не страшно. 3 раза умирал, приспособился. Тогда в Гаспре совсем было на тот берег ушел. А вернулся. Умирать-то неохота, неохота.
Интересно. Все интересно. Что-то вот никак не разгляжу. Что это там? Поглядите-ка, голубчик, у вас глазки-то поострее. Что это там на горизонте? А? Полагаю, это парусник. А разве ходят еще? Здесь еще ходят порой. Наверное, из Турции. А говорят, у вас волжский. Видимо, эту неодолимо. Ну, а что? Красиво. Да. Меньшинство нуждается в Боге, потому что все остальное у него есть. А большинство, потому что ничего не имеет. Вот именно. К вам, великий князь Николай Михайлович. О, ваше высочество. Честь имею приветствовать. Какой сюрприз. Зашел проведать Льва Николаевича. Очень приятно, спасибо. Левочка, посмотри, кто к нам пришел. Милости просим, я сейчас. Очень приятно, очень приятно. Милости просим. Надеюсь, я не помешал? Ну, словно. Пришел узнать, как здоровье. Спасибо. Вот одолеваю ее. Может, еще и подниму. Думаю, теперь в этом нет сомнения. Спасибо. А мы здесь рассуждаем о Боге. Кто и во что верит. Очень интересно. Я бы здесь припомнил Фридриха Прусского. Он очень хорошо сказал. Каждый должен спасаться от Сафоса по-своему. Ну, он же говорил, рассуждайте, как хотите, только слушайтесь. Правда, умирая, все-таки признался, сказал. Я устал управлять рабами. Знаете, так называемые великие люди крайне противоречивы. Но это им прощается, наряду со всякими иными глупостями. Хотя противоречие не глупость. Дурак упрям, а противоречить-то не умеет. А Фридрих странный был человек. Да, да. Легенды складывались. Да. Заслужил славу лучшего государя у немцев. А сам их терпеть не мог. Да. Ну, даже Гёте и Виланда не любил. Да. Тогда я выбрался. Спать надо. Завтра тяжелый день. Все надо сделать так, как решено. Здравствуйте, Лев Николаевич. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Прошу, Лев Николаевич. Двадцатого написал через Т. Ну, пусть думает, что был безграмотный. А вот, цифра есть. Лев Николаевич, перед подписанием позвольте задать вам один вопрос юридического характера относительно вашего завещания. Об этом просил Муравьев. Пожалуйста. Это завещание в точности выражает вашу волю? Да, точности выражаю. И вы сами его составили? Да, сам составил.
Прошу вас еще раз внимательно прочесть текст, так как в данной редакции завещания есть некоторые сделанные вами изменения. Первое. Где говорится, что графине Софье Андреевне Толстой предоставляется полное право пользования всеми сочинениями, написанными до 1881 года, в данной редакции вами опущено. Да, опущено. Так, в другом месте, где говорится, что Владимир Григорьевич Чертков, как и прежде, издавал бы ваши произведения, вы добавили слова «на прежних основаниях», то есть не преследуя никаких материальных личных целей. Да, это надо было сделать, чтобы никто не мог упрекнуть его, что он здесь ищет личную выгоду. Владимир Григорьевич просил передать вам это перо. Он сказал, Лев Николаевич, что вам так будет удобнее. А, резервуарное. Да, помню. Что ж, надо писать, граф? Да нет, пожалуй, можно и не писать. Разрешите, Лев Николаевич. Зеваем. Какие мы с вами конспираторы. О, Господи. Возьми, да. Левочка, ну ты опять забыл. Мы же пригласили сегодня господина Дранкова. Он приехал к 2 часам с аппаратом, а тебя все нет и нет. Мы обыскались. Сердечно приветствую вас, Лев Николаевич. Действительно, совершенно упустил из виду. Пожалуйста, предложите графине руку, Лев Николаевич. Вот-вот, так будем и снимать. Будьте добры, двигайтесь, идите на меня. Весь смысл в движении. Да-да. Прошу вас. Софья Андреевна, прошу вас. Ты что же, все съела? Лев Николаевич. Молодец. Нет, у меня есть, спасибо. А? Все скушала. Ну-ка. Вот. В 1975 году, будешь говорить, вот был такой Лев Толстой, так я с ними из одной тарелки ела. Пожалуй, нет никаких оснований кичиться тем, что, мол, христианин. Христианство не имеет ничего такого, чего не имела бы любая другая религия. Ну и в особенности, скажем, буддизм. И пора поменьше ссылаться на Евангелие. Там много всякого рода нелепостей. Противоречий. Не страшно бывает подумать, вот так когда глянешься на историю человечества, сколько всяких злодеяний совершено именем Евангелия. Христа. Ну что? Я же правду говорю. И вы знаете, что я говорю правду. Ну, например. Вот такой случай был. Еще в 1904 году Софья Андреевна попросила прислать стражника. Что это ты, Левочка, как бы совсем не к делу? Ну вот. Так, к делу-то и выйдет. Прислали. Подхожу я к нему. Спрашиваю, что это у тебя тут сбоку привешено? Ножик какой-то, что ли? Алмар так отвечает. Не ножик, это тесак. Ну и что ж ты собираешься им резать? Хлеб? Он рассмеялся. Какой хлеб? Так кого же? Мужика, что ли, который тебя хлебом кормит? А вон. Случай будет, буду резать и мужика. Я говорю, как же у тебя совесть позволит? Резать брата мужика. Ты же сам мужик. Он говорит, вот, может, совесть ты не позволит, а резать буду. Должность такая.
Почему же ты пошел на такой плохой договор, спрашиваю его. А он? Ну, потому что мне красная цена в месяц 16 рублей. А задолженность получает 32. Вот это его рассуждение много мне объяснило в окружающем мире. Ну вот хоть Столыпин. Вот мы знаем хорошо его отца. Его, помню, сам качал я на коленях. Тоже, поди-ка, совесть не позволяла вешать. Ведь вот вешал. И будет вешать. А почему он будет вешать? Потому что должность такая. А почему же он взял эту должность? Да потому, что самому-то ему цена, может, даже не 16 целковых, а ломаный грош. А получает он за эту должность 80 тысяч рублей в год. И вот все они таковы. Порядочные люди из так называемого высшего общества. В обиходе очень все любят. Пока не коснется должности. А коснись должности, истые звери и палачи. Прошу извинить за резкость. Простите меня, Лев Николаевич. Но этот ваш стражник – обыкновенный русский мужик, каких у нас еще 100 миллионов. Если бы не было помещиков, так, в том числе вас, граф, так, то эти мужики озверели бы окончательно. Страшно слушать, что вы говорите, уважаемая Ольга Александровна. Страшно. Уж если кто и звери, то не мужики, а мы, помещики, которые грабят их и живут за их счет. Что же касается всех их просветительных намерений и деятельности, это не более чем самое обыкновенное баловство от безделья и скуки. Да-да, Ольга Александровна. Очень прошу меня извинить. Сколько новых и интересных мыслей довелось мне сегодня узнать. Сыновья, Ольга Александровна. Ой, же эту кумпри. А, ну вот, пожалуйста, слепой объявился. Теперь не уйдет, пока не выйдешь к нему. Ты куда, Левочка? Да слепому. Значит, никуда не уйдет, пока я не появлюсь. Будет сидеть до скончания века. Слышу, появился кто-то. Видимо, не доспорили. И не доспорим. Твое христианство выше учения попов, но оно ложь. Твои ученики разбойники, а ты атаман разбойник. Все вы мерзавцы, и ты первый. Так, ну уж если так решил, тебя не переговори. А как он на самом деле, не нам с тобой решать. Жизнь покажет. Время. Время. Нечего на время валить. Чей-то отнесло. Левочка, ну неудобно. Что за демонстрации? Филипп, довезешь его до станции. Трогайся. Ну, поехали. Ты откликнись от тебя, откликнись. А иди, не думай. Ты попомнишь мои слова. Я сам ты делаешь. Извините, голубушка. Сынырня. Ну, запей. Не хочу больше пить. Ой, сколько с ним не говорил, он все свое. Атаман разбойников и мерзавец. Что говорить с этим сумасшедшим? Вся губерния знает, что он сумасшедший. А мне интересно и полезно. Ведь только вот от сумасшедших до детей услышишь истину-то. Но взрослых не дождешься. Интересно. От нормальных, так называемых. Ну-ка, доедай-ка. Вот я ей завидую. Она будет жить в другую эпоху. В какую же другую? Танечка, нам пора. Отменят земельную собственность. Ну, это еще когда спасибо, будет. Спасибо, баба. На здоровье, деточка. Это скоро будет. Ну, что, видно, пойдем? Что уж скоро. Дай мне ручку. А как же это будет?
Под Жоржу? Может, под Жоржу, а может, сами разберутся. У нас теперь своих Джорджей хватает. Да, уж предостаточно. Да. А вот я получил статью на отзыв от некого Палилова. Великолепно написано. Ясно, глубоко. С отличным знанием предмета. Послал благодарность. Сетруфор. Сердечно благодарю, графиня. Ну, куда же вы от сладкого? Сердечно благодарю. Едва поспеваю к поезду. Нельзя ли попросить заложить коляску? Конечно, конечно. Луар, Ольга Александровна. Папа, тебе действительно понравилась статья Палилова? Конечно. Я же сказал. А что, ты его знаешь? Да. Ну, кто это? Знаешь, это псевдоним. Палилов – женщина. Нет. Нет, правда. Ну, не может быть. И очень близкая тебе женщина. Нет. Нет, правда. Ну, кто же это? Я. Вот твое письмо. Я уже выучила его наизусть. А где же Палилов? Я же так ясно его представил. Такой худощавый, в синем пиджаке. Целуются. Je suis vraiment pressée. Села. О, ручкой сделала. Au revoir. À bientôt. Уехали. Понеслась накладать по колодку. Скатерти в дорога. А мама опять взялась спорить с мужиками. Ведь сказано было, я ничего менять не собираюсь. Не имею права ни по людскому закону, ни по божескому. И в суд уже заявлено. Ведь по божескому-то закону простить в самую бы пору вышло. Матушка графиня Софья Андреевна, ну в самую бы пору. Ведь не от хорошей жизни нужда заставляет. Грех на душу берешь, Андрон, грех берешь. Ну какая такая особая нужда? Ведь всем с вами делимся. И все вам мало. Обязательно украсть надо. Да красть-то не крали ничего. Ну, только и взяли, что три ствола лишку. Так неужто вы обедняете от этого? А тебе бы помолчать надо. За тобой давно замечено. Совсем совесть потерял. Нет, 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 и не просите. Пускай суд решает. Ах, Лев Николаевич, Лев Николаевич. Ничего, ничего. Господам членам Государственного Совета, неустанно пекущимся о благе народном, отнюдь и бесполезно узнать, что думают в России по некоторым насущным вопросам. Ничего, ничего. Я привыкла, не щадя ни здоровья, ни гордости, налаживать отношения, которые ты моментально опрокидываешь. Вообще, да? Мужики, Левочка, мужики. Совсем распустился народ. И не без твоего участия. Ничего святого не осталось. А когда дело доходит до прямого грабежа, то ты очень хороший, очень добрый, а я скаридная душа. А у тебя все хорошо, все прекрасно. Лишь бы не противление злу. Да не зло это. Горе, горе. Нищета. Различать надо. Да уж вы различились с Чертковым. Он готов всех по миру пустить, и меня в первую очередь. Да при чем тут Чертков-то? Ну при чем Чертков? Да при том, при том. Я не слепая и не глухая. Все вижу. Таня, принеси мне капли. О, как я устала. Бедная моя. Софья Андреевна. Душат Петрович, у тебя объективный человек. Ну как к этому можно отнестись?
Софья Андреевна, нельзя. Надо все понять. Ваша забота семья, его забота человечество. Я не способна это понять. Пока вы этого не поймете, то это будет продолжаться постоянно. Я не могу это понять. Нет. Я не могу жертвовать семьей. Не могу, не могу, не могу. Нет, нет. Выпить еще это. Так. В свое время Руссо написал: гнев, злоба – это признак бессилия. Как это верно! Как это верно! Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Благодарю. Эка промокли-то. Ты постудиться недолго. М? Да ничего. Да и уж идти скоро. Что скоро? Не. Вы у нас обсохнете, переночуете. Ну, а уточкам что? Посмотрим. Нет, что вы. Мне непременно в Тулу попасть нужно. Mm-hmm. Посмотрел на вас, вот и хорошо. Вижу, здоров. И на душе посветлело. Спасибо, милый, спасибо. Вот и хорошо. Тогда, может, так сделаем. Андрей, ты в Тулу собирался. Ну, вот, может, довезешь Леонида Васильевича в своей карете. Mm-hmm. Слушаюсь. Но только сейчас. Да-да, не задержу вас. Нет, вы допейте, допейте. Зачем? Не надо спешить. Время есть. Арвар, мама. А вот скажите, вы что ж действительно верите во все эти отцовские... Бог с вами, Андрей Львович. Бог с вами. Что вы? Ведь он пророк. Пророк. А, да, да. Но, милый. Да. Пошли, пошли. Но. А что, если я заведу граммофон Панину? Заведи, заведи. Святого ночь, потоком солдата ростью, неясных дум и трепета палма, я воздала такой безумный страстью, я воздала и млела у окна. Наш уголок я убрала цветами к вам одному. Саша, ну ты слишком громко. Тише не сделать. Она так поет. Хорошо, я остановлю. Ну да. Вот, я думаю, вот Владимир Григорьевич все хочет построиться поближе к нам. Ну что же удивительного, хочет жить по соседству с вами. Ну да, а соседство мое самое отдаленное. И боюсь, что скоро.
Ну-ну. Чертков уверен, что умрет раньше вас. Кто это может знать? Ну, а что ж, мысль о смерти – это очень важное дело. Другое дело, что молодым она может быть не с руки. Тут слишком большое противоречие. Слишком много здоровья, жизни. Вот мне Саша. Попробуйте-ка заставить ее думать о смерти. Из нее мысль о смерти выскакивает, как пробка, которую пытается воткнуть во что-нибудь упругое. Вот какой вы ход сделали. Александр Борисович, дорогой, играйте повнимательнее. Как же мне играть повнимательнее, когда вы такое говорите? А что я такого говорю? Правду, только правду. Лёвочка. Что? Вот как-то не спал ночь. Всю жизнь пересмотрел. Даже устал вспоминать. Под утро подумал, теперь уж скоро. Как-то так хорошо показалось вернуться домой. Лёвочка. Что? Вчера с ней ела, сегодня не ела.
да? Что случилось? Я решился уехать. Вы поедете со мной. Да, конечно же. Но куда? Это потом. Ну, если едете, то собирайтесь. Но только вещей много брать не надо, самое необходимое. И потом ко мне наверх. Ну, только Софью Андреевну не разбудите, умоляю вас. Отъезд мой огорчит тебя. Сожалею об этом. Но пойми и поверь, что я не могу поступить иначе. Положение мое в доме становится невыносимым. Кроме всего другого, я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил. И делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста. Уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни. Пожалуйста, пойми это. И не езди за мной, если узнаешь, где я. Такой твой приезд только ухудшит твое и мое положение, но не изменит моего решения. Благодарю тебя за твою честную 48-летнюю жизнь со мной. И прошу простить меня во всем, чем я был виноват перед тобой. Так же, как и я от всей души прощаю тебя во всем том, чем ты могла быть виновата передо мной. Ариан Павлович, а? Ариан Павлович, поднимайся, голубчик, давай. Ехать надо. Чего? Когда? Да вот сейчас и надо ехать. Ага. Вот так, голубчик. Ты куда? Да спи ты. Шапку-то потерял. Да, потерял. Это хорошо. Ой, спасибо, да. Дорогой, за заботу какое, спасибо. Ну что ж, пошли садиться. Там сейчас Софья Андреевна. Жалко ее. А вот нельзя было больше оставаться. Она ведь опять приходила ночью, искала там что-то. Ой, да и давно пора. Как тебя зовут-то? Вадик. Вадик, а где ж твоя мама? Пошла на станцию билет покупать. А ты, значит, остался вещи коробить? Да. Так, это хорошо. Это хорошо, что ты маме помогаешь. Хорошо. Ну, видишь, вот поезд уже пришел. Сейчас и мама придет. Где вот наш Душан Петрович? Вот что интересно. Лев Николаевич. Ну вот. Это наш поезд. Да-да. Неси эти чемоданы, пожалуйста. Вот это я сам. Ну, до свидания. До свидания. Ой, да. Так. Вот этот второй вагон. Да, да, да. Ну вот. Так, я подниму полку и сразу ляжете. Нет, не надо поднимать. Да. Не надо, ну что ты? Да я не лягу, не хочу. Нет, спасибо. Ну ладно. Спасибо, дорогой. Ой, Душан Петрович, зря вы так беспокоитесь, голубчик. Я ведь вас и затем позвал. Ну вот, если уж там захвораю, не дай бог. Почему? Тепленькое. Да, нет, ну что ж, тут и так тепло. Вот в который год я наблюдаю за вами и все время удивляюсь. Да чего ж вы добрый человек, дорогой мой Душан Петрович. Да, я думаю, только в словах такие родятся. Что вы, Лев Николаевич? Ну как, вот вы, Шкарван. Нет, не так я думаю.
Ну, люди везде разные, и у нас в Словакии тоже. Угу. Вот. Люди везде разные. Вот вы... Вот если я бы сейчас поднялся бы, да пошел бы туда. Ну, и там посидел бы немного, подышал бы немного воздухом. Да. Ладно, пока поезд стоит, но так и так. Не как граф Толстой. Ну, что, где? Граф Толстой, да? Да. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Лев Николаевич. Здравствуйте, здравствуйте. Вот какое нам счастье выпало. Да. Буду жене рассказывать, что вместе с Львом Николаевичем ехал. Ни за что не поверит. А что, что-то такого? Перед Богом все едины. Все люди, все человеки. Так уж позвольте представиться, раз такая судьба нам вышла. Павлс Густав Янович, землемер. Очень приятно. Ну, салат, как вы кажете, величать. Таня. Так. В гимназии учусь, в последнем классе. Ага, дальше что надумали? Дальше буду учиться. Попытаюсь на бестужевские курсы. А вы откуда, если позволите спросить? Я-то? А, да. Из Дудинщины, из-под Тулы. А, да. Теперь вот и извозом занимаюсь. Mm. Дело такое, со всяченкой. Mm. Всего наглядишься, всего наслушаешься. Это да, это да. Так что ж вы, значит, землю свою совсем бросили? Оставили? Да ведь какая у нас земля? Суглинки. Mm. Чего с нее возьмешь? Тоже? Тоже и в городу радости немного. А это-то... И воровства, и пьянства хватает. Еще и почище, чем у деревенских. А уж водочки пьют. Ой. Но свои пьют. Тебе-то какая беда? Ты думай, как самому не пробиться. А иных не урекай. Каждый по-своему живет. Я бы, может, и не ушел, кабы... Не обида, я ведь с обиды ушел. А какая ж обида? Да ведь с лесом. Вот так же землемеры определили межу. Но мы и рубили аккурат до межи. А тут барин схватился, подает на экзекуцию. Будто его лесу прихватили. Ну, стали глядеть, мерить. Народу понаехало. Землемеры, земство, так и далее. Все говорят правильно. Рубили. А барин нет. Как фамилия барина-то? Бобровников его фамилия. А-а-а. Да все они одинаки. Не приведи бог. Рудили, рядили. Конечно, по его вышло. А нам экзекуция. Да, тут насилием не помочь. Всякое насилие неизбежно родит встречное насилие. Экзекуция. Словечко-то какое-то искали. Тут действует простой закон. Человек может родить только человека. Мышь только мышь. Добро только добро. А зло только зло. Просто. А вот
Никак, никак не пойду. Хорошо, как бы так. А я скажу, что я от добра зло родится. Мне недалеко ходить. Сынок у меня подрос. Ну, поначалу-то я не замечал за ним, а потом гляжу, погуливать стал. И что не сотворит, мать его покрывает. Но я за ремень. А она на руке повисит, коли не надо, мол, лучше добром. Вот вам добром. Истинный разбойник вырос. Ладно, я схватился вовремя, пока по миру не пустил. Показал ему на дверь и сказал, на порог не пущу, покуда жив. Вот теперь ходи и думай, что он еще учудит. Дом спалит или с кистенем на большую дорогу выйдет. А откуда все? От добра пошло. Вот видите, вы не согласны. А ведь выходит, по-моему. Как это? А вот так вот. Вы ему зло сделали, а теперь от него зла ожидаете. А может, надо было бы и на себя взглянуть. Может быть, и сам не без греха. А? А кто без греха-то? Да ведь всему мера есть. Стало быть, грешить да в меру? Да, это мы слыхали. Попостился, поговел, причастился и греши сызнова. Так? Да. Ишь, куда залетает. Небось, жил в лесу, молился к лесу, а едва в город ступил, уж на Бога замахивается. Нет, он на Бога не замахивается. Он правду ищет. Правду? Правду. А где она, правда-то? Кто ее видел, правду-то эту? В чем она? Правда? Господа, господа, в чем дело? Что случилось? Что случилось, господа? А? Правда в том, что в каждого человека Богом положено и добро, и зло. И завещано неустанно трудиться, чтобы добро побеждало зло. И труд этот каждому доступен. Бороться со злом, брать власть над ним силой добра. А мы торопимся брать власть над другими, а себе и забываем. Человечество своим государственным устройством стремится совершенствовать мир, улучшить его, сделать справедливее. Но при этом забывает главное, что и жизнь-то создается людьми, и каждым человеком в отдельности. Так вот этот каждый-то человек и должен улучшаться, трудиться над собой, бороться со своим злом, совершенствовать себя. Ну тогда и жизнь же станет совершеннее, и общество станет совершеннее. Ну вот как это-то непонятно? И я так думаю, Лев Николаевич, я способна в это поверить. А брат мне говорит. Что говорит? Пока ты будешь совершенствоваться, царь, генералы, жандармы и урядники всех умных людей перевешивают. А коли ты дойдешь до ума, то и тебя тоже. Как же быть? Это я уже слышал. И я ничего не смог бы добавить. Вот и думаешь. Может быть, хоть наука. Что наука? Может, наука одолеет темноту людскую? Поможет людям ужаснуться, научить жить иначе? На науку надежда слабая. Уж очень она сама собой занимается. Ну а как же без науки? Теперь нам без нее нельзя. Вот хотя бы поезд или фонарик электрический. Все наука. Хорошо бы фонарик, вот все и кончилось. В Питере рядом с фонариком пулемет. Ну, что нового не придумают, что не изобретут. Все во зло людям хотят обратить. Вот, скажем, недавно аэропланы изобрели. Вот уже думают, какую бы это мерзость на голову скинуть человечеству. И вот как. Вот я и думаю, чем больше такая наука будет успевать, тем больше люди должны объединяться на борьбу с ней. Вот куда дело-то пошло.
За прошлый год пригласили меня в Стокгольм на конгресс мира. Ну, я уж совсем был собрался, вещь даже набросал. Не пустили. Много же ты старый. Сиди дома. А что? Вот едем же. Ну, хорошо. Разговариваю. Только вот курят больно много. Да перестаньте вы курить. Неужели нельзя сдержаться? Ведь дышать же нечем. Да ведь вагон-то для курящих. Вон же написано. Мы хотели в некурящие. Они обещали прицепить, но не прицепили. Ничего, до Оптиной доедем. Там, видишь, отдохнем. Ну что ж, постучим, а выйдет и пустят. Ну, это гостиница. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотим попроситься пожить у вас денек-другой. Пожалуйста. Только я хочу предупредить вас. Я Лев Толстой. Может, вам неприятно будет? Мы любому гостю рады. Милости просим. Спасибо. Приглашают. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот ваши две комнаты, прошу. Хорошо. Тепло. Так. Позвольте, помогу вам. Да благодарю вас, я сам привык. Ну да, спасибо. Ну, вот. Вот хорошо бы чернильницу. Вот здесь вот. Отец Михаил, простите. Задержу вас на минутку. Присядьте, прошу вас. Присядьте. Хочу спросить вас. Но если не захотите, можете не отвечать. Что привело вас в монастырь? Жизнь привела. А, да, да. Жизнь. Лев Николаевич? Здравствуйте, Лев Николаевич. Здравствуйте, здравствуйте. Я ж тебя не узнал. Я приехал по специальному поручению от ваших близких. Когда ж приехал-то? На среди ночи. Не хотел вас беспокоить. Ну, да. Ну, поднимайся наверх. Четвертая комната. Жди меня там. Я сейчас. Так. Стало быть. Началось. Ну вот. Рад, что ты приехал. То тут тебе работа найдется. Спасибо. Так, вот иди-ка сюда, устраивайся. Перепиши-ка вот эти мои каракули. Вот тебе бумага, а вот статья о смертной казни. Так, стало быть, ты приехал уговаривать меня. Вернуться. Я... Этого я сделать не могу. Хочу жить свободно. Захочу, останусь в монастыре. Захочу поехать на Кавказ, поеду на Кавказ. А то переносить, что привелось в последнее время, я не могу и не хочу. Вот. Ты уж извини меня, ради Бога. Так оно получается.
Да ты, Альбер, совсем устал. Ночь спать не спал. Ну-ка, отдыхай. Клади все это. Потом перепишешь. Спасибо. Не то пойду, пожалуй. Иди, иди. Отец Михаил, хочу поблагодарить вас за гостеприимство. Доброго пути, Лев Николаевич. Рад был с вами познакомиться. Я тоже. Ну, пока это складывается, собирается, так я еще пешком маленечко пройдусь. Ну, вот Бог я. Радости прислал. Приехал. Любочек ты мой. Машенька, да дорогая. Любочек. Моя. Ну, теперь часто будем видеться. Из соседа к тебе приехал. С тобой хочу жить. Ушел я из Ясных. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Как будет, так и будет. Раз надо, значит, надо. Ну, так надо было, Машенька. Уж так, что... Ой, вот еще хорошие люди со мной. Душан Петрович, дорогой человек. Здравствуйте, Алеша. Здравствуйте. Ой. Милости прошу. Иди, Левочка, иди. Заходите, все стоит. Заходите. Пожалуйте. Входи, Левочка. Да. Как же ты решился-то? Ведь вот. Ну, Господь с тобой, Господь с тобой. Иди сядь. Ты решился. Как у тебя хорошо. Уютно. Алеша, я минуточку. Сейчас. Ну, чего ж ты встал-то? Заходи. Я сейчас назад, в телятин. А, да-да-да. Так, значит, едешь. Скажи им, мне здесь очень хорошо. Такое сочувствие от сестры, ну не мог и ждать. Пойдем в гостиницу. Доброго здоровья. Здравствуйте. Хочу спросить, вы не здешний, милый человек? Здешний. А не скажете ли, где-то у вас квартиру можно снять? А вы что же, с семейством будете? Нет, мы вдвоем с приятелем хотим. Ну, так вам бы лучше в монастыре, там и чище, и... Нет, именно в деревне хотим. В деревне. Вот я хочу надолго остаться. А разве что у Марфы? А есть тут одна вдова, сдает. А, ну так, может, проводите, покажете? А почему не проводить? Пойдемте, провожу. Ну, спасибо. Спасибо, пойдемте. Ну, Марфа, постояльца тебя нашел. Заходите, пожалуйста. Здравствуйте. Пожалуйста, пожалуйста. Угу. Вот эту горницу посмотрите. Да. Ну и сколько ж вы хотите с меня брать? 3 рубля буду с вас брать. 3 рубля. Ну что ж, 3 рубля я могу заплатить.
воскресенье приду с товарищем. Милости просим. Спасибо. Счастливо оставаться. Доброго здоровья вам. Понимаете? Надо еще было разобраться. Не хотят, чтобы вы знали. Все говорили разные. Некоторые знали, да не говорили. А другие не знали, но придумывали. Приключений-то у нас было немало. А в Козельске была целая история. Папа! Что? Лев Николаевич пришел? Больше нет. Отыскали беглеца. Ой, что-то тяжела стала шуба-то. Ну, милости прошу. Вот. Честь имею. Здравствуйте, Лев Николаевич. Здравствуйте, здравствуйте. Ну как, поди устали гоняться за мной, а? Мы-то что? Вы как, Лев Николаевич. Я хорошо. Хорошо. Прекрасно. Разве может быть плохо у Маши-то? Папа, вот мы сейчас говорили. Чего вы там говорили? Если ты хочешь оставаться один, то тебе нельзя быть здесь. Ну и что же? Ну, может быть, лучше всего было бы уехать куда-нибудь за границу? Нет, это не... Ну, хорошо, да. хорошо. Не обязательно за границу. У нас тоже можно найти такое место, где ты сможешь быть один. О, ну, в деревню. Можно куда-нибудь подальше, но в деревню. А? Ну, кто меня там узнает? Живет себе старичок и живет. Мало таких, как я-то. Ой, папа, да-да, таких, как ты, очень много. Ну что? Нет, я и раньше не любил загадывать. Все образуется само собой. Я решил ехать на Кавказ. На Кавказ? Да. Это прекрасно. Да, прекрасно. Так и только время-то совсем в обрез. Смотрите-ка, поезд в 9 часов утра. Но плохо с лошадьми. Я ходил узнавать. Мы имеем только бричку. У них есть коляска, но она сломана. До станции не доедем. Ну, поехали на бричке. И все. Так что распорядитесь, дорогой. Да. Поехали на бричке. И все. Вот. Вот так вот. Стой, погоди, стой! А, так вот же они! И бричкой масштаб гостиничный. Уехал и не простился. Не надо было отпускать его в гостиницу. Это он всю ночью придумал на Кавказ. Часу не прошло, я отправился. Догоняй его теперь. А, впрочем, я рада за него. На Кавказ так на Кавказ. Как вышло, так вышло. Все неожиданно. Ну вот. Лев Толстой совершил все-таки свой подвиг. Ушел из Ясной Поляны. 82 года еще не такие подвиги совершает. Графиня топилась, но откачали. Видимо, с тем и топилась, чтобы откачали. А вот и я. А я уж испугался, думал, не оставили. Нет.
Да, ну что же. Вот сюда. Вот так. Ну-с. О, не холодно будет? Нет, нет, что? Тут тепло совсем хорошо. Так. Так. Ложитесь, Лев Николаевич. А, ну а что же, пожалуйста. А я вас укрою. Так, ок. Вот. Простите. И, да. Ничего. Хорошо. Вот теперь можно не прилечь. Угу. Сколько вам? Удобно будет. Да удобно. Хорошо? Хорошо. Только я что-то есть захотел. Минуточку. Да не надо ничего, не беспокойтесь обо мне. Я сейчас займусь. Ой, да не надо. Простите, граф Толстой не может есть на вокзале, он вегетарианец. Можно здесь приготовить для него? Пожалуйста, мы бы рады. Но только у нас ничего нет. О, у меня все есть. Пожалуйста, пожалуйста. Сейчас вздремну, и Кавказ приснился. На Кавказе побывал. Извините, пожалуйста. Видел деда Ерошку. Да. Ерошку, это я еще тогда в Казаках писал про него. О, интереснейший был человек. Любопытный человек. Ерошка. Вот я сяду что-нибудь писать, а он смотрит, говорит, брось, ничего все равно не выйдет. Ну, что я царю прошение пишу. Брось, говорит. Да, дед Ерошка. Ну, как же вкусно пахнет все-таки, а? Прекрасно. Ну, как вкусно-то, я-я. Хлебе? А, можно. Пожалуйста. Благодарю вас. Ну, еще кусочку. Что, не понравилось? Да, вы так вкусно. Вот холодно что-то. Вот где-то вот тут вот. Ну, немножко холодно. Где холодно? Вот тут. Ну, да. Вот. Давайте-ка я разотрю. Ну-ка. Ну, вот, где, вот, где? Вот здесь, как а, раз тут. Здесь? Угу, да. Смиряем-ка температуру. Ну, может, не надо, а? И надо, надо. Да. Ну, если уж вы так решили, давайте. Можно. Вот так вот. Ну, ничего, ничего. Да. Немножко простудились. Перегуляли вчера. Дело обычное. Да, может быть, может быть.
Вам не привыкает? А я, пожалуй, еще немножко съем. Пожалуйста, пожалуйста. Очень вкусно. Да. А что, если мы посмотрим? Не, еще рано. Нет уж, если есть, так есть. А нет, так и нету. Если хотите, посмотрим. Ну, давайте. Ну, что там? Чуть-чуть поднялась. Я пойду и принесу горячий чай. Ага, чай хорошо. Чай, да. Извините. Скажите, пожалуйста, где больница? На какой станции? Что? Никак граф заболели? Да, простудился, видимо. О, а вот сейчас, в Остапове, есть амбулатория? Придется сойти здесь. Наверное, лучше всего будет сойти на станции Остапова. Там амбулатория. Вы немножко отдохнете. И завтра таким же поездом поедем дальше. Ну, что ж. Тогда надо одеваться, а то поезд уже подходит. Ну, будем одеваться. Толстой заболел. Скажи начальнику. Осторожно, Олег Николаевич. Тихонько, ваше счастье. Эй, еще один, да? Вот, возьми вещи, граф. Да, эти чемоданы, пожалуйста. Граф Лев Николаевич Толстой. Боже мой, какой же он старый. Куда же он направился в такие-то годы? Ведь 82 сразу. Все Бога ищет. Нет, он Бога не верует. Без Бога живет. Нет, у него свой Бог. Это какой же еще свой Бог? А совесть. В совести и есть Бог. Да, без совести не проживешь. Без совести не проживешь. Вот без совести-то только и проживешь. Пойду поговорю с начальником станции. А, ну да. Ну, поправляйтесь, ваше сиятельство. Ой, благодарю. Поправляйтесь. Спасибо, дорогой, спасибо. Остапова. Перцовочка. Лев Николаевич, разрешите представиться. Азолин, начальник станции. Я вас прошу, пойдемте вот в эту комнату. Там вам удобнее будет. Вот сюда, прошу вас. Лев Николаевич, пурку вы затыси. Да вот, в дороге прихожу. Боже мой. Дети, идите в буфет, садитесь за стол. Может, помочь чем-нибудь? Ну, нет. Телеграмму послать? Нет. Не беспокойтесь, мадам. Мы все сделаем. Спасибо. Я вас прошу. Я желаю вам всего. Сюда, пожалуйста. Спасибо, спасибо, дорогая, спасибо. Присаживайтесь. Вам здесь недолго быть придется. Мы вам приготовим комнату у меня на квартире. Там вам удобнее будет. Спасибо. Ведь и вас-то как-то применять не хочется. Ну, что вы. Мы почтем за великое счастье. Ну. Только вам бы поскорее поправиться. Ну, спасибо. Но тут что-то еще постукивать начало. Я сейчас. Минуточка. Все готово. Здравствуйте. 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 Пойдем. Так. Давайте, я сам возьму. Вот, осторожно, тут ступенька. Вот так.
прошу вас. Проходите, я вам спасу. Проходите. Я положу грелочку. Главное, чтобы ногам было тепло. Это верно. Да. Ой, сколько же вам забот, Иван Иванович. Ой. Ну что вы, Лев Николаевич. Ради бога, поскорее поправляйтесь и ни о чем не думайте. Пойдем, Марта. Вот разве что только ненадолго. Смотрите, какая прекрасная постель. Теперь надо лечь и отдохнуть. Ну, если же обязательно лечь, так, может, Дусан Петрович, сделать уж совсем как дома, то в случае мысль придется, ну, и записать. Ага. Да. Ага. Ой, да как хорошо сделает коробочка. А я боялся, что мы ее забыли. Нет. О, хорошо, что вспомнил. Эту коробочку вы не забыли, эту вы взяли. А, неужели? Да. Ну, тут много чего. И замыслы есть кое-какие. И вот я все еще статью-то я тогда не закончил о социализме. Она бы сейчас очень нужна. Они тоже рядом ходят. Ну да. Что ж, не договаривают. Правда. Часы. Коробочка. Хорошо. Чтобы не хворать, так совсем хорошо. Лучше бы и не надо. Только никому ничего. Понятно. Интересно, что это вы сообщаете? Сообщаю, что я прибыл. О, это очень важно. Да. А что нового? Я по другому делу, господа. Ничего нового. Знаешь, что жив? Подробности может сообщить только доктор Маковицкий. Александра Львовна приехала, вопросы к ней. Что это у вас? Это не вам. Варварство. Чисто русское варварство. Да. Как можно прятать Толстого, когда весь мир, затаив дыхание, стоит в его постели? Да. Здравствуйте, господин Орлов. Здравствуйте. Конечно, вы уже здесь. А я с ним ехал в одном поезде. Ах, вот. Ну да. А вот теперь не могу добиться толку. Ну как же. Все окружили тайной. Пойдемте в буфет, может, чаем напоят. Ну, а чай-то у них есть в этом? Остапли. Срочная телеграмма. Передавай. Ясенке, Московской, Черткову для Татьяны. Выпиши квитанцию на 20 лет. На 21 слово. Хорошо. Передавай. Кто здесь Орлов? Слава богу. Здесь Орлов, здесь. Вам. Когда нам нечего писать им, тогда они пишут нам. Сейчас центр тяжести здоровья Льва Николаевича. Оставайтесь поэтому здесь, до распоряжения редакции. Вот, пожалуйте, смотрите, сколько полезных разъяснений. Все время держите редакцию курс дела. Привет, Берон. Великий Берон. По-моему, самое время выпить. Разве что зубровочки. Налей-ка нам. Позвольте просить вас любезно, ТЧК, сообщить, ТЧК, мойка 91, ЗПТ, с
сведения здоровья Толстого ТЧК. Следует учесть, ЗПТ, что запросы положения Толстого поступают в разных стран ТЧК. Покажите телеграмму графине или доктору Маковицкому ТЧК. Член Государственного совета Стахович. А это вам. Телеграмм много. Не успеваем. Да, подмогу бы. Попросим. Остапова, Рязано-Уральской дороги. Константину Орлову, ТЧК. Экстренным поездом выехала Остапова, графиня, ТЧК. Русское слово, ТЧК. Поехал в пальто, надо было в шубе. Господин Орлов, да. Вам срочная телеграмма. Распишитесь. Благодарю вас. Что там? Это личное. Ну, давайте от простуды. Спать, видимо, придется на стульях. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Григорьевич, мы с нетерпением ждем, что вы нам скажете. Что я могу сказать? Все примерно, что я мог сказать по этому поводу, опубликовано в «Русских ведомостях». О состоянии здоровья Льва Николаевича вам, наверное, известно больше, чем мне. Владимир Григорьевич. Здравствуйте. Здравствуйте, Азолин. Иван Иванович. Да, начальник станции. Здравствуйте. Я прошу вас. Ну, извините, вы меня. Прошу вас. Извините, господа. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, Владимир Григорьевич. Рад, душевно рад. Лев Николаевич. Здравствуйте. Да, кто вы? А, садитесь-ка вы, садитесь. А уж как я рад-то. Газеты привез. Да. Что там пишут в газетах-то? Везде про вас. Правда, ой, есть тут и мое письмо. Вот это интересно. Да. Это прекрасно, что вы написали. Только трудно читать. Ой, что-то я совсем... Полно, полно, Лев Николаевич. Нельзя. Что, подъезжаем? Да. Вот, пожалуйста, уже идут. Здравствуйте, Сергей Львович. Здравствуйте. Здравствуйте, господа. Хочу предупредить, что графиня нездорова и никого принять не сможет. Я к вашим услугам, только боюсь, что ничего нового сообщить вам не смогу, кроме того, что вам известно. Извините, господа. Ну вот, этого следовало ожидать. Куда вы, мама? О чем ты спрашиваешь? Мама. Я хочу, чтобы вы поняли меня. Мы сейчас не должны делать этого. Жизнь его на волоске. Каждое новое волнение может оказаться смертельным. О чем ты говоришь? Мы прожили такую жизнь, сейчас быть рядом, не быть вместе. О чем ты говоришь? Тету, а? Мама, я внимательно подумал, прежде чем сказать. Это не наше решение. Это условие поставили врачи, когда мы сообщили им о нашем приезде. Поймите, мама. Даже если он захочет видеть нас, то и тут нам нужно соблюдать осторожность. В
Вот Душан Петрович пришел. Душан Петрович? Добрый вечер. Я должен поговорить с Софьей Андреевной. Как вы могли? Почему вы не разбудили меня? Софья Андреевна, я не мог поступить иначе, потому что он так решил. Да он решал и перерешал без конца. Нет, на этот раз это было окончательно. Окончательно. И вот что получилось. А что я сделала ему? Я хотела прочитать эту проклятую бумажку. Великий грех. Какой позор. Мама, не надо, умоляю. Нет, я должна пойти к нему и все объяснить. Нет, нет, это невозможно, это его убьет. Где мое пальто? Куда вы дели мое пальто? А, вы все против меня. Мама, мама. Вот. И чай. Наши приехали. И Таня тут? Да, Татьяна Львовна тоже тут. Вот я бы хотел ее видеть. Она может прийти ко мне? Да. Так пусть приходит сейчас. Я очень хочу ее видеть. Я хочу спросить ее о состоянии Софьи Андреевны. Да. И потом хочу узнать, ну как она сама-то сюда приехала. Вы знаете, я думаю, что она там сказала, что поедет к своим. Да. А сама-то приехала сюда. Да. Да, вот так, скорее всего. Я позову. Зовите ее, зовите. Ах ты, моя родная. Ну как ты? Как мама? Не беспокойся. С мама сыновья. Кроме того, врач, сестра милосердия. Да сама-то она как? Она держится. Но нужно ли сейчас говорить об этом? Так о чем же ими говорить-то, как не об этом? Сейчас. Сейчас. Сейчас ему лучше бы отдохнуть. Да, конечно. Надо бы послать телеграмму туда, Ясную. Как-то так. Состояние несколько лучше. Но сердце так слабо, что свидание с мама для меня, для него было бы губительно. А как-то так. Опять горит. И вот так всегда. То падает до нормальной, то поднимается до 40. Константину Орлову, ТЧК. Сегодня ваши телеграммы отбросили соперников на полкруга. Нам телеграммы от братьев. Читай. Снимите вокзал. Старайтесь иметь на первом плане название вокзала. Снимите семью. Куда шампанское? Шампанское отнеси в буфет. Одну бутылку оставьте. Господа, прошу вас, проходите. Пожалуйста. Есть? Нет, ничего. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, есть. Проходите. Нет. Сюда, господа, пожалуйста. Зачем редакция запрашивала родных ЗПТ? Умер ли Толстой? ТЧК. Это вызвало сильное неудовольствие.
Ежов. Срочная, ТЧК. Москва, ТЧК. Раннее утро. Мясницкая, ТЧК. Епископ Тамбовский Кирилл запросил вагон на станцию Лебедянь, ЗПТ, намереваясь приехать Остапова, ТЧК. Аврих, ТЧК. Срочно. Вот еще срочно. Угу. Передавайте. Харьков, ТЧК. Южный край. Срочная, ТЧК. Температура повысилась. Здравствуйте, ТЧК. Господа. Толстой в забытии бредит. ЗПТ. Митрополит Антоний телеграммой просит Толстого примириться церковью. ТЧК. Тамбовский Преосвященный ждет ближайшей станции. ТЧК. Суконников. ТЧК. Ну-ка, дай-ка, дай-ка. Ваша рука затекла. Откуда они это все берут? Вот, подмога прибыла. Сменяться будете каждые 2 часа. Хорошо. Ну, отправляйтесь спать. Ну-с, что тут у вас? Митрополит Антоний. Угу. С самого первого момента вашего разрыва с церковью я непрестанно молился и молюсь, чтобы Господь возвратил вас к церкви. Быть может, Он скоро позовет вас на суд свой, и я вас, больного, теперь умоляю примириться с церковью и православным русским народом. Благослови и храни вас Господь, митрополит Антоний. О, нет. Нет. Это что же и есть сам Варсановий? Вот, я все думаю, как у нас будет теперь со зданием круга чтения. Я с узнавшим все говорил. Хорошо. Ну и вот еще. А помните, вот переводчик. Моди. Английский. Да, Моди. Так он прислал письмо, что хочет передать деньги в пользу яснополянских крестьян 500 рублей. Ну, что ж тут спрашивать? Дело хорошее. Непременно, Лев Николаевич, отвечу. Да, ой, спасибо. Вот ответ. Кажется, я умираю. Нет, нет. А может, еще и нет. Может, надо еще потрудиться. Да. Постараться. Мне кажется, что я бы сейчас мог заснуть. Да. Это всегда хорошо. Здравствуйте, Петр Аркадьевич. Здравствуйте, Ваше Величество. Ну, как там?
пока жив. Я хочу диктовать. Только надо сперва, чтобы вы прочитали, что я диктовал тут, а вы записывали. Так вот, что там? Почитайте. Но вы ничего еще не диктовали, Лев Николаевич. Нет. Я только что вошел, сейчас ночь. Ну что, нет, вы я диктовал, а вы записывали. А, может, доктор? А? Лев Николаевич, доктор ничего не записал. О. Скажите мне, что вы хотите записать? Да нет же, ну вот. Я хочу, чтобы сперва прочитали, а потом пойдем дальше. Ну, вот такой милый человек, вот я не пойму. Ну, что же вы, не хотите прочитать? Ну, хорошо, хорошо, я сейчас прочитаю, хорошо. Ну, вот, пожалуйста. Решился я в сердце своем исследовать и испытать разумом все, что делается под солнцем. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они мучили себя. Это чья же мысль-то? Это из Экклезиаста, Лев Николаевич. Ибо кто умножает знания, умножает скорбь. Ах, как сказал. Ой, как сказал. Лев Николаевич. Нет, не надо. Я и так засну. Устал. Ой, как сказал. Срочная. Петербург. Речь. Припадок сердечной слабости. Плохо. Разбужена, созвана вся семья. Срочная. Москва. Русские ведомости. Припадок сердечной слабости. Плохо. Срочная. Москва. Русские ведомости. Будьте готовы, ТЧК. Господа, господа, мы и так делаем сверхвозможное. Господа, хоть сейчас-то ведите себя прилично. Извините. Ну вот, и все. Теперь уйти от всех своих проявлений. Но хочу сказать вам,
На свете много людей, кроме Льва Толстого. А вы все смотрите на одного льва. Сеньор. Истинно. Я люблю много, много. Вот я хотел, как они. Запишите, пожалуйста. 6:05. Вот это то самое место. Это я рассказываю про зеленую палочку. Это то самое место, которое Лев Николаевич сам избрал для своего погребения, где братья Толстые, еще детьми, захоронили зеленую палочку. What stick? It's a green stick. It's a symbol of happiness of the mankind. Это брат Николай придумал магическую палочку, на которой были начертаны заповедные слова о счастье людей. В прошлом году в Ясной Поляне, как сейчас помню, 12 сентября было назначено вести новобранцев в Крапивну. Ну, как у нас заведено, провожали-то всей деревней, переходили из дома в дом. Зашли в избу Василия Михеева, а там уж за столом все сидят,
Песни поют, гармонь играет. Там и Лев Николаевич был. Все слушает, смотрит. А сноха Василия Михеева, она недавно была взята из другой деревни, дернула его из-за рукав. И дерзко так. Ты чё тут сидишь? Из-за тебя не могу чулки в печурке достать. Бедный наш старичок, Лев Николаевич, царство ему небесное. Встал, извинился и вышел за новобранцами. Вышел, значит. Вид, там Прокофий стоит с узелком. Ну, в узелке был там кое-что завязано для его сына. Да, Лев Николаевич спрашивает, ну, который же твой сын? Ну, Прокофий показал на своего Петра, а тот в аккурат песню запел. Сто песней все так пошли. И Лев Николаевич с ними дошел до самой, до околицы. Вот как сейчас вижу. Еду, еду, это будет верно, эх, доставляю я здешнею краю. Е-е, завтра к свету, а я беспримерно. Ой, распрощаюсь с родиной своей. На колени сказано!